Всем доброе утро. 4:30. Вон там за елкой только-только солнышко поднимается. Привет, Тань. Ты так рано встаешь. Ну да. Ну да, сейчас только работать. А мы на рыбалку. Все пооткрывали. Все, поехали. А там вон туман какой. Клубится. Лёшик выкосил вчера, пионы расцветают. Вон, красота какая. Как они пахнут. Как же хорошо, когда выкошено и травы нет. Такой порядочек, так здорово. Сейчас пойдут дожди, опять попрет трава. Да, Лешик? Да. Поедем, попробуем. Вон туман какой. Как красиво. Как же я люблю такое вот раннее утро, такое вот туманчик. Да что по мне все сегодня лазят? А? Какие-то мошки, какие-то букашки. Какие-то бабочки, паучки. Вон, а у соседки вон уже там жасмин расцвел. А трава скоро выше нас ростом будет. В прошлом году трактор присылали нам, здесь трактор косил. А в этом году не знаю. Заросли такие, мама, не горюй. Ладно, а мы едем. Поедем на рыбу. Кто-то уже приехал, рыбачит. Рано. Рассвет над озером. Туман такой по воде. Обочины выкосили. Что-то полотно. Березовая роща. Красота. Thank you.
Лёшек пошёл в разведку. Там кто-то уже стоит рыбачить. Но там такая яма. Что мы, наверное, не проедем там. А туман какой над прудом. Сегодня везде туман. То ли к жаре, то ли к дождю. Ну, солнце сходит. На небе не облачко. Вот где мы расположились. Мое место здесь. Алёша там сел. Подкормили немножко. Ну, тюкает постоянно. Тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын. Но не ловится. Ну, может, еще рано. Лёша говорит, надо, чтобы туман сошел. Лёшек ничего не поймал пока. Да, Лёшек? Ничего. А у меня один окушок. Я одного окушка поймала. Как всегда, я начинаю, а потом у Лёшика клюет, а я сижу. Ну да, я первая всегда. Ну, почти всегда. С той стороны там рыбаки. Вон там и там тоже стоят рыбаки, много рыбаков. Вон мой поплавочек торчит. Вот он его дергает, 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 дергает. Вон что творит. И не ловится. Гляньте. Эш. Танцует. Нет, чтобы дернуть и сразу пойматься. В общем, все, нарыбачились мы. Посидели немножко, поймали. Сколько мы, штук 5 окушков. Я красноперочку поймала. И все. И надоело нам. Поедем в прилепы. Там хоть ловится. Малыши. Аистята маленькие. Ай. Мама улетела, наверное, за едой. За лягушками. За лягушками. Ой, малышек торчит. Ждет маму. Сейчас принесет. Ой, сколько же их там? В прошлом году, по-моему, трое было. Не знаю. Поехали. Приехали мы в прилепы. Прилепы с Зимницы. А здесь комарья больше всего. А здесь комарья. Ну ничего. Ну здесь хоть ловится. Ну давай, Лёшек, вытащи. Ну сейчас я вытащу. Раскушает. Раскушает. Вот он. Как по заказу. Русский стандарт. Русский стандарт. Да.
Вот, совсем другое дело. Не то, что там сидели, тыркает, тыркает, а не ловится ничего. Она не дает подходить. Ну да, мелочи полно, она тыркается, об этот крючок бьется. Она обрезку бьется, это барабан. Главное, чтобы особо не биться. У Лёшика рыбка. Съел. Ай-яй-яй. Ну давай еще, Лёшик. А ты червячка нового насадишь? Да. Ну давай. Сейчас на нового червячка как клюнет. Клюнет. Клюнет, клюнет. Я уже понял. Ну. Не, Маша помогает, все. Ну, давай. Не хочет, он на камеру не хочет. На камеру не хочет. Нет. Клюет, Лёшик, клюет. Ну-ка, давай. О, как прыгает. Вот он. Вот так. Ой-ой-ой. Ну, смотри, доберешься, беги. Ну, давай, беги. Давай еще чуть-чуть. Еще. Ну, давай, что ты лежишь-то? А то сейчас Лёшка поднимет и ведро бросит. Ну, вот это, опа, ушел. Вытащил счастливый билет. Да. Повезло ему. И покушал, и прокатился. И покушал, да, и полетал, и уплыл. Мы стали свидетелями такого вот события. Да. Привезли засыпать яму. И, видимо, мы здесь застряли надолго. Выгрузили и стоят, чего-то ждут. Чего ждут, непонятно. Там впереди, вон, видно, стоит трактор. Пошел водитель. Опа, заглушил, что ли? А чего же они ждут? Лучше бы мы еще на рыбалке посидели. Ну, кто же знал. Лёшик идет вареный. Разомлел. Весь такой квёлый. О, что-то нашел. Ну что там? Сейчас, минут 10, сейчас там еду, трактор разгоняется. А, ну хорошо. Ну все, будем ехать, не бояться, да? Да. Можно теперь каждый день ездить, да, Лёшик? Да. Остановились в таком месте, так красиво. Зелень там.
цветы такие красивые. Муха жужжит. Пчел. Травка такая, цветочки. А вот какие цветочки. Вот. Фиолетовые такие красивые. Ура, ура! Началось движение. Вот какие. Сейчас мы посмотрим. Вот какие улицы. Так а что они только одну машину? Уже делали дорогу. А то одну машину привезли и шо. А тут кругом. Пока не провалится тоже. Дороги. Ага. Попробуем дорогу. О, ровненько. А здесь сделали дорогу. Вон сколько техники нагнали. О, что творится. Дорога у нас на Кузьминичи. О, какая дорога. Навьё. Сейчас в сторону все. Привет. Барсуки рыбы хотят. И целят тут. И целят тут, как тут. Сейчас будут воровать у котов. Вот так. Опа! Убежала. О! Циля тоже рыбку любит. Причем сейчас надкусит и прибежит еще. И малышек там он сидит. Мама тебе принесет. Вот, надгрызла и еще пришла забирать. Димка не дает. Сейчас у Варьки заберет. Циля, ты хитрая. Опа. И побежала. Опять сейчас надгрызет. Тут уже вторая.
Лови, Варя, лови. Ой, лапку замочила. Лови, лови. Циля убегает, боится, что заберу у нее. Варя, отнеси малышику. Бежит, бежит. А там ничего нету уже. Понесла, понесла малышу. А не, сама жрет. Я думала, малышу понесла. Не получается у Димки забрать. А, это уже здесь, да? Конечно. Бегом. Забрала. Да? А, не, Варька не дала. Ага. Ага. Отнимать, да? Ага. Там, где мало. Ой-ой-ой, испугался Циля. Варя, отнеси малышику рыбку. Пускай он покушает. Жрут. Бежит, 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 бежит. Вот так выхватила у Варьки. Это не Циля, это комедия. В общем, все заняты, все при деле. Все лопают рыбу.